Всем привет! Вы на канале Татьяна Черныш. И кто еще не подписан, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Я очень хочу в ближайшее время 50 тысяч подписчиков. Осталось совсем немножко. Я вчера не выпускала видео и говорила об этом, потому что вот перемерить все эти вещи и показать весь свой гардероб. Хотя, конечно, это далеко не весь гардероб, потому что это было лето, и там все эти свитерочки, пиджачки и так далее, я это еще все отложила на потом. Может быть, когда-нибудь еще разок. Ну, а мы вчера выезжали на природу с друзьями, потому что вчера был праздник. Я знаю, это праздник не для всех. Мы живем в Украине, и этот праздник у нас уже давно отменили, но это день военно-морского флота. У нас есть Костя, моей сестры муж, любимый кум. Он 3 года служил в морфлоте, и для него это праздник. И останется всегда праздником. Что бы там ни происходило в мире, как бы там наши страны не меняли праздники, как 23 февраля, День военно-морского флота, мы это отменить не можем, потому что это Советский Союз, это наша юность, молодость. Отмечали, отмечаем и будем отмечать. И, в общем-то, вся эта политическая обстановка, я опять же таки вспоминаю эти поездки к друзьям в Симферополь, оттуда поездки в Севастополь, на этот день военно-морского флота, этот праздник. Это было все очень здорово, и мне очень жаль, что вот при нашей теперь обстановке это все, скажем, изменилось. Но мы вчера поздравляли Костю, потом звонили в Симферополь к друзьям. Они мне сбрасывали фотки. Я смотрела, пересматривала. Они тоже, конечно же, отмечали. У них это вообще огромный праздник. И Виталик у нас тоже служил в морфлоте. И поэтому он себя всегда считает моряком. И правильно делает. Потому что и Костя, и Виталик, они, конечно, моряки. Отдали свой долг родине. Отслужили в армии, и тогда 3 года, 3 года было морфлота. Это из жизни не вычеркнешь. И вот мне они отскидывали фотки, как они отмечают. А я смотрела на фотки, те, которые были. Ой, не могу не показать. Это было еще 8 лет назад, когда мы еще ездили к ним на эти праздники. Вот именно тогда, когда мне ворона, извините, насрала на голову. И я сейчас покажу все-таки немножечко этих фоток, и мы сравним с тем, как они отмечают сейчас и как мы вчера поздравляли. Это было 8 лет назад, и они вчера мне сбрасывают фоточку, и это уже вчера. Опять в тех же бескозырках, такие же классные, такие же веселые, такие же молодые. И я смотрю, и мне кажется, что ничего в жизни не изменилось. Дружба всегда остается дружбой. Мы очень долго болтали по телефону, обменивались, ой, я не знаю, комплиментами, видео. И я еще раз поздравляю, ребята, вас с праздником. И сейчас немножечко нашего отдыха. Доброе утро! Мы уже на природе. Смотрите, вон там стол уже накрытый. И всех поздравляем с Днем военно-морского флота! Понятно, Россия, кто празднует День военно-морского флота, всех поздравляем. Мы сейчас звонили в Симферополь нашим друзьям, поздравляли их,
Ну, у кого праздник, всех поздравляем. А у нас есть Костечка, вон он там стоит, который служил в морфлоте. И вот мы уже отмечаем. Иду. Пока мои красивые девочки пьют кока-колу, посмотрите, что делают наши любимые мужчины. И там какая береговая коса, это супер. Она где-то шириной. Вот так они общаются. И сидите сами. Одеваю я не только себя, но еще машинку. Снимаю чехлы старые. Сейчас буду одевать новые. Конечно, сама их одевать не буду. Сейчас придет Саша и будет мне помогать. Так, в моей машине новые чехлы. Смотрите, довольно прилично. Вот это впереди. Вот так чехлы смотрятся на заднем сиденье. Ой, ну я не знаю, мне очень нравится. Вот подголовнички. Все красивенько. Класс! Светло-серое с темно-серым. Обзор машинки. Классно, классно. Мне все нравится. Цена 1600. Достойная. Ну, вот, как видите, одеваю не только себя, но еще и машинку. И вообще я очень люблю, когда мне дарят подарки в машинку, потому что я ее тоже очень люблю. Ну и по поводу одежды. Ой, ребята, спасибо, боже мой, огромное спасибо за ваши комментарии, за все советы, за то, что какой пиджак больше подходит. Мне так приятно, что вы все это посмотрели, что вы вот вникли, захотели что-то мне подсказать. Я думала, что меня захейтят за это леопардовое платье, а вот и нет. Все наоборот, всем понравилось. И комбинезон последний. Я обязательно в нем буду ходить. И я даже вот сейчас бегала здесь по квартире, еще что-то там мерила, потому что, ну, не все ж, конечно, показала. Думаю, стоит, не стоит. И вот на улице сегодня такая погодка, знаете, очень тепло, но немножко пасмурно. И думаю, не вырядится ли мне в новый комбинезон. В общем, пока я тут бегаю со своими примерками, что делает моя любимая собачка? Это вообще... Вот, как вам это нравится? Мы спим после прогулки. Я тут платье перемеряю, по квартире бегаю, а она спит, хоть бы тебе что. Ножки кверху, все у нее хорошо. Вид сзади. Она терпеть не может, когда я ее снимаю. А сейчас так сладко спит, что она просто об этом не знает. Пока эта моя красота спит, я немножко поработаю. Потому как у меня заказы, матики. Ой, улиточки. Все это надо быстренько сделать и отправить Сашу на почту. А потом продолжим разговор о Викиных вещах. Потому что мне все очень понравилось. А меня тут девочка Лена второй день просит, сбросьте фоточку улиточек. Я ей решила целое видео снять. Вот, Лена, специально для тебя. Выползают, только что купались. Вот они все одного возраста. Ну, как видишь, 4 больших. 2 средненькие, а вот 3 вот те маленькие. Судя по всему, их никто не возьмет. Я их готова отдать просто так. Если их никто не заберет, значит, они будут заморожены. А я тут с утра шила матики. И у меня пооставались такие кусочки поролончика, кусочки вот этой вот эко-ткани. И что-то меня пробило на добрые дела. И решила я, где я его дела, пошить такие бонусики. Вот смотрите, маленький смешной матик.
Ну, хочу сказать, что любой матик в контейнере держит влагу. Так что, думаю, все равно это будет приятно. И поедет этот бонусик по Шединой Виктории в город Киев. Ловите свой бонусик. И пока я варю себе кофе, поболтаем как раз о Викином гардеробе. Кто не знает, кто такая Вика? Это моя любимая дочь. Канал Б Виктория. И она была у стилиста в Киеве. Имиджмейкер. Боже мой, я даже выговорить не могу. Я никогда не обращалась, честно вам скажу. Но это очень оказалось интересно. 2 дня. Ну, то есть со вчерашнего вечера и сегодня уже с утра я смотрю ее видосы. Как они выбирали, как они ходили, как они мерили. Кстати, хочу сказать, очень многим, я уже комментарии читаю, очень многим не понравился, вернее, не понравились вот эти с остреньким носочком шлепанцы. Мне вчера Вика тоже рассказывала, там, что купила и так далее. Этого видео еще не было, еще не вышло. И она говорит, я купила себе такие шлепанцы, но тебе не понравится, ты скажешь, что это называется «Прощай, молодость». Знает мою любовь к шпилькам, каблукам. И я с обуви на низком ходу признаю только кроссовки и разного вида пляжные шлепанцы. Все, что касается уже босоножек, туфелек и всего такого, да, я каблук. Каблук, я ничего не могу с собой сделать. У меня 160 рост, и я считаю себя маленькой. Хотя, да, вы пишете, это обычно нормальный рост для женщины, 160. Но у меня высокие девчонки, еще работаю тренером, и у меня, боже мой, на тренировке приходят девчонки. Они приходят в 5, 6, 7 лет, а потом в 13, 14 уже на голову выше меня, а тем, которым 15, я уже вообще не говорю. На фитнес, на шейпинг приходят девушки молодые. Боже мой, ну вот сейчас другое поколение. Ну такие все высокие. Я и в юности очень всегда любила шпильку. Ну тогда, наверное, все ходили на шпильки. А сейчас все поняли, что очень удобно на низком ходу. А я говорю, одно дело удобно, а второе дело, когда я одеваю и классно себя чувствую на шпильке. Когда-то прочитала выражение, мне очень понравилось. Девочки, ну это не я сказала. Девочки, на высокой шпильке легче подниматься по карьерной лестнице. Я думаю, что это так и есть. Потому что любая девушка, любая женщина в туфлях, в босоножках, которые на шпильке, всегда прекрасно выглядит. Я полностью согласна, что это не повседневная одежда. Ну что такое повседневная одежда? Это та одежда, в которой ты ходишь на работу, в которой ты будешь сидеть там в офисе, в которой тебе нужно идти на остановку. По этому неровному тротуару. В общем-то, это просто неудобно. Ну вот я из тех женщин, которая практически не ходит там, где неудобно. Я езжу на машине. И могу себе позволить выйти с машины на высоком красивом каблуке. И Вика, кстати, тоже именно из тех женщин, которым не приходится бегать там по базарам, или куда-то 2 километра топать до работы, чтобы не ехать в общественном транспорте. Нет, мы очень действительно мало ходим. Ну, а уж на мероприятия, на какие-то, вот это однозначно. Вот кофе, 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 чтобы не... Оп, все, кофе закипятило. Вернее, сварила. Вот сейчас буду пить кофеечек. И дальше болтать с вами. Так что переходим ко мне на уютную мою кухоньку. Пока я здесь шила матики, разбиралась с улиточками, паковала посылочки. Саша у меня уже сбегал
на Днепр, проплыл, как он говорит, пару километров. Прибежал домой, говорит, не, никаких посылочек, пошел я поваляюсь. Поэтому тормознулись мои посылочки. А я все равно собираюсь сейчас ехать к подруге, опять-таки Саше, опять за медом, потому как мед еще заказала Ира, моя сестра, и Вика. В общем, сейчас не об этом. Вернемся к гардеробу. Что понравилось, что не понравилось. Ну, в общем, из того, что ей предлагали, мне не понравилось единственное, ну, два. Вот там платье предпоследнее какое-то, в полоской такой, в общем, вообще мне не понравилось. И не понравилась вот эта голубая, типа, пижама или что это такое. Ну, в общем, она взяла с красной полоской, и вот очень мне понравилось вот этот комплектик. Он типа домашней одежды, ну, в которой можно и выйти, естественно, в магазин в каких-то шлепанцах. Это такой оливкового цвета. Ну, очень классный. Сарафан классный. В общем, мне понравилось все, скажем так. Но, как на мой взгляд, все это очень дорого. Я понимаю, что это брендовые вещи. Я понимаю, что, ну, смогла она себе это позволить. Ну вот, хочу как бы о себе, наверное, сказать. Я не бедный человек. Я нормально живу, я нормально обеспечена. У меня, ну, я не знаю, квартира, машина, я могу себе позволить отдых, я могу себе позволить одежду. Но вот если действительно вот в таких брендовых магазинах одеваться, я не могу себе позволить. Потому что мне потом придется отказаться от многих удовольствий, которые я люблю гораздо больше, чем брендовые вещи. Мне лучше съездить на Мальдивы, чем купить там, я не знаю, норковую шубу за $5000. Я ее вообще не хочу. И вообще я к мехам отношусь негативно. Я не ношу меха. У меня есть одна дубленка, и я ее уже в этом году просто сложу опять-таки красивенько, и, судя по всему, она пойдет в ящичек, если никто у меня не захочет ее забрать. Только пуховик классный, теплый, только классная теплая куртка, и никаких мехов вообще не нравится. И люблю я животных. Вот мне, ну, все, не будем об этом. В общем-то, дорого. У меня есть Лариса. Я уже всем об этом рассказывала. Вот Саша недолго отдыхал, он уже ест банан. Лариса очень классно шьет. И если, как говорится, не хватает своей фантазии, хотя мне все время кажется, что я придумываю себе то, что именно вот я хочу, даже не где-то увидела. Но если чего-то не хватает фантазии, ну, открываешь этот классный журнал мод, который можно открыть прямо в интернете, посмотреть на моделей своей фигуры, подобрать какой-то классный, ну, я не знаю, там, пиджак, конечно, джинсы, вот брюки, вот эти вот все там классические вещи, безусловно, вот это так, это не пошьешь. А вот всякие шелковые маечки, вот эти вот все блузочки, вот эти рубашечки, да, 2-3, может быть, таких крутых с какого-то там вот отдела, как позволила себя Вика. У меня тоже, кстати, есть несколько таких вещей, которые действительно вот капец брендовые. Вот та черная рубашка, которая с джинсами у меня. Да, это дорого. Но таких вещей у меня мало. В основном все-таки я шью по своей фигуре, для себя, то, что я хочу. И Вике я тоже советую это. Хотя у Вики, конечно, и у Вики, и у Маши. Маша – это моя внучка, кто не знает, канал Мэри ЛВК. У них модельная внешность. Худенькие, высокие, стройные, с красивыми ногами. Вот одеть можно все. И я не знаю, мне кажется, что с такой фигурой одеться
не составляет проблемы. Самое главное, чтобы не было перебора. Ну, перебор бывает иногда у всех. В общем, я очень довольна вот, скажем, той коллекцией, подобранной стилистом. И если там некоторые пишут, вот за такие деньги могли бы одеть и получше. Нет, там была задача не набрать вещей неизвестно столько, а именно взять такие базовые вещи, на которые потом можно опереться, скажем так, для того, чтобы создать себе немножечко какой-то другой образ. Хотя я считаю, что образ у нее и до этого был классный. И если там какие-то сарафаны или что-то вам не понравилось, то, знаете, это все было из прошлого. А сейчас, ну, молодежная одежда, они могут себе позволить еще обе. Одной 20, второй, ой, Вика, прости, на носу 40. И стройные, и красивые, и все они могут себе одеть. Поэтому мой вердикт, как мамы. Все было классно, Вика молодец, молодец, что себе это позволила. И я приглашаю ее еще на один шопинг. Мама и дочь. То есть я и моя дочь Вика. Я бы, конечно, хотела пригласить и Машу, но это уже сложнее. Маша в Киеве, а мы с Викой здесь. Поэтому, Викусечка, если ты меня сейчас смотришь, я тебя приглашаю на шопинг с мамой. Я тебе, ты мне. Годится? Вот на этой прекрасной ноте хочу закончить сегодняшнее свое видео. Думаю, оно будет недолгим, не займет у вас много времени. Но если вам нравятся мои видео, не забывайте подписываться, потому что очень много у меня просмотров без подписки. Может, вы не знаете, как это сделать? Подписаться и нажать на колокольчик. Я вас всех люблю, всех жду у себя на канале. Всем-всем-всем огромный привет и спасибо за ваши комментарии. Я читаю все и отвечаю на все. И даже если я ставлю сердечко, значит, точно я прочитала сообщение, а не просто пролистала. Поверьте, читаю все. До новых встреч. Я думаю, до завтра. Всем пока.